Торговую точку на улице Трудовой, это в Металлургическом районе, проверили сотрудники полиции. Местные жители пожаловались, что в ларьке торгуют алкоголем. Служители закона были крайне удивлены, когда обнаружили, что спиртное в киоске даже не прячут. Пиво. Пиво, стоящее в холодильнике, сразу бросается в глаза. А ведь по закону продавать алкогольный напиток киоску запрещено. Но здесь пенное даже не прячут. Впрочем, как и табачные изделия. Хотя это не все сюрпризы. Под прилавком нашли две коробки этилового спирта. Здесь тоже самое спирт этиловый. По словам местных, спирт здесь покупали любители дешевой выпивки со всей округи. Хотя полиции факт реализации этих бутыльков доказать не удалось. Продавец объяснила, этот спирт не продается, он для личных нужд. И даже предъявила документы. Впрочем, нарушений в киоске и так хватило, чтобы составить протокол. Учитывая тот факт, что киоск не является стационарным объектом и торговля алкогольной и табачной продукцией в нем запрещена законом, в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении. Известно, хозяйку этого киоска и раньше ловили на продаже алкоголя, но, видимо, прибыль от спиртных напитков с лихвой покрывает штрафы. И, возможно, здесь продолжат торговать горячительным. Хотя, как удалось выяснить в управлении торговли, этот киоск вообще стоит незаконно. Не исключено, что его могут вскоре демонтировать.